Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Матушка Василиса выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе находятся еще чужеродные голограммы, копии, подключки, все это становится видимым и выходит, становится рядом с ней. Она руками машет вокруг нее, как будто осы. Осы летают, да. Кусают. Да, хорошо. Ты видишь этих ос? Вижу. Хорошо. И на счет три появляется рядом емкость. Один, два, три. Рядом с матушкой Василисой. На счет три все эти осы летят в этот сосуд. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Готово. Хорошо, запечатаем этот сосуд, защищаем физический биоробот с матушки Василисы, берем, защищаем защитными потоками чистых энергий абсолюта, берем матушку Василису в защитный скафандр на время работы с тонкими телами, в сетку берем этот сосуд с этими осами и на счет три поднимаемся вместе с матушкой Василисы в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. И на счет три отправляю этот сосуд в клетку, тюрьму. Один, два, три. Хорошо. Мы представим матушку Василису, интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, доверит. Хорошо. И я даю команду на счет три. Сканер начинает сканировать пространство над головой матушки Василисы под заложником. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел матушки Василисы. Находит все. У нее в телах такое какое-то желтое субстанция. Да. Канал есть? Канал косом идет только. Косом, хорошо. И на счет три включаем матушке Василисе внутренний белый свет. Один, два, три. И на счет три она начинает выдавливать из своего биополя, из всех семи тонких тел, всю эту желтую субстанцию, все негативные, все патогенные энергии, все энергии болезни. Все это на счет три начинает выходить и формироваться перед ней в шар. Один, два, три. Свет выдавливает весь негатив, всю эту желтую субстанцию, все негативные энергии в ее биополе, все формируется в шар. Вот эта желтая субстанция, она как мед для вот этих ос. Хорошо, вышла эта субстанция. Ждем, пока она выйдет. Выходит, пока не вышла. Подхожу к матушке Василисе, даю ей свои собственные энергии, помогаю выдавить все до последнего микрона из ее семи тонких тел. Один, два, три. Готово. И на счет три отправляю эту субстанцию в клетку-тюрьму. Один, два, три. И... Ты знаешь, идет картинка, что у нее где-то в комнате стоит вот этот как домик ос. Да ты что? И они, вот эти желтые энергии, это матушкины энергии, они как мед для этих ос. То есть это энергии, которые, что-то идет переживание и молитвы. Вот они остаются внутри, во всех телах, то там, то там. И скапливаются, они как такие плотные. Плотный мед. То есть это ей собственные, ей же сгенерированные энергиями. Хорошо, откуда эти осы взялись? От этого канала от ос выстраивай, притягивай всех тех, кто послал этих ос. Энергетические осы, им нравятся эти энергии. А кто ответственный за них? Они сами по себе. Энергетические осы. Хорошо. Значит, прилетают за такими энергиями. Есть домик он... свой этот несут. Хорошо. Как этот домик выглядит? Круглый. Круглый, немножко такой вытянутый. Это какой-то объект? Артефакт у нее в квартире? Да, домик, где они живут. Хорошо. Не ждут этих энергий. Хорошо. Мы тогда, когда будем его возвращать, сожгем этот домик. Прямо у нее в квартире, там на месте скинем его. Хорошо. Открывается внизу под этими осами портал в галактическое ядро. Они улетают на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Под этим шаром матушки Василисы с желтой энергией открывается портал в галактическое ядро. Шар улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Считай, пожалуйста, сколько энергии, какая частота вибрации будут полезны матушке Василисы. До полного восстановления и корректировки.
27. И на счет 3 в макушку головы матушки Василисы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 300% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые ей энергии начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота ее вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Да, есть. Хорошо. И на счет 3 я открываю против часовой стрелки портал в квартиру матушки Василисы. 1, 2, 3. И все эти осы до последней начинают притягиваться в клетку, тюрьму и становятся ее заложниками. 1, 2, 3. Все до последней вылетают из квартиры, ничего не остается, и летят в клетку-тюрьму. Формирую всех этих ос в шар. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3, и осы улетают на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Много было, Вера? Много, но они вылетели все из этого дома. Хорошо, мы дом все равно сожгем. Хорошо. Матушка Василиса, как вы себя чувствуете сейчас? Она хорошо чувствует. И вот эти энергии, которые она получила, они как прочистили. Прочистили. Хорошо. Я еще сейчас делаю запрос и прошу Архангела Михаила дать матушке Василисе поток энергии, своей энергии, как защиту. Она, значит, идет информация, что она и так его получает, этот хорошо. Поток, когда нужно. Отлично, хорошо. Все, тогда мы закончили. Будем возвращать матушку Василису. Благодарим Архангела Михаила. Будем возвращать в ее биоробот. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию матушки Василисы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Ты находишься в квартире, и на счет 3 ты оказываешься перед этой домиком, где жили осы. 1, 2, 3. Он загорается ярко-красным цветом. Он в углу. Отлично, в углу. В ее комнате? Да. И под ним открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И улетает он на переработку в чистую первичную энергию. Все фантомы улетают. Все наночастицы этого домика улетают, все на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. И на счет 3 открываю поток в квартире, в комнате матушки Василисы. 1, 2, 3. И заливаю все чистейшей божественной энергией Творца. 1, 2, 3. Сжигается весь негатив. Все патогенное перестает существовать. Остается только энергия любви Отца. Свет выключается автоматически, но остается присутствовать в ее комнате постоянно. Не требует подзарядки. Есть. И выстраиваем в ее комнате дополнительно, подключая его к потокам Абсолюта. Не требует подзарядки. Работает в автоматическом режиме. Защищает постоянно. Мы закончили. Готово. И на счет 3 отключайся и переноси свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Готов. Мы на месте. Хорошо. И я даю команду, значит, приветствую Татьяну. Интересуюсь, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду, значит, 3, сканер начинает сканировать пространство над головой Татьяны, под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Татьяны, находит все. Но у нее нет подселенца, перферента. Но вирус я вижу внутри. Как он выглядит? Вирус загорается ярко-красным цветом. 1, 2, 3 в местах интерференции. Ты видишь четко. Я вижу его. Где он находится? По всему телу или он находится нет, где-то? Нет, верхняя часть. Верхняя часть, то есть дыхательные пути, да? И грудь. Да. Хорошо. Так.
Он такой, как ну, попырышчатый, что ли. Пупырчатый? Да. Угу. Хорошо. И на счет три включаю Татьяне внутренний белый свет. Один, два, три. И из каждой своей клеточки, из всех семи тонких тел, начинает Татьяна на счет три выдавливать из себя весь этот вирус пупырчатый. Один, два, три. Этот вирус начинает выходить из всех семи тонких тел и формируется перед ней в шар. Все микроны этого вируса, все частички, все выходит на чистоте вируса и формируется в шар. Подхожу Татьяне, помогая своей энергией выдавить все до последнего микрона. Пошла энергия. Ну, почему-то показывает постоянно, как она его получила. Как она его получила? Пусть расскажет. Значит, он как облако такое небольшое, как распыленное что-то летало. Через нос зашло к ней. И где это было? Покажи картинку. Балкон. На балконе это облако залетело к ней в нос? Да. Хорошо, понятно. То есть она залетела из этого дома, да? Нет, она с улицы прилетела. То есть она как распыленная летала. Почему-то идет слово распыленная. Его кто-то распылял? Или оно собралось вместе? Получается, оно как облаком таким. Хорошо, давай летает, ждем. Летает, и не только это их, ну, то есть много их летает. Хорошо. Мы собрали это все? До последнего микрона усиливая свет, помогая Татьяне своей энергией выдавить все. До самого последнего вируса. Ничего не остается. Готово. Хорошо, опиши это. Форму. Ну, круг сейчас. Большой? Большой, да. Отправляю его в клетку-тюрьму. Один, два, три. Хорошо. Так, открываю под этим шаром портал в галактическое ядро. Один, два, три. И он улетает, сгорает в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи. Вытесняем все чужеродные негативные энергии. Остается только твоя энергия, моя и Татьяны. Оставляем лучи включенными. Хорошо, я даю команду на счет три. Сканер начинает сканировать, включает медицинскую программу по оздоровлению Татьяны, дыхательные пути, легкие, бронхи. На счет три проходит и сразу же лечит больные места, заживляющие энергии. Один, два, три. Сканер включается. Специальная медицинская программа начинает обрабатывать больные места. У нее остался как фантом от этого вируса. И вот скинер, ну, как энергия пускает, которая растворяет этот фантом. Отлично, хорошо. Тяжесть у нее убирает. Это случайность была с этим вирусом или это был слабый иммунитет? Считай, какую информацию. Почему он в нее зашел? Низкие вибрации или какая другая причина была? Внимание. Что внимание? Нужно внимание больше. Хорошо. Готово. Хорошо. Так, давай заправим Татьяну. Посмотри, пожалуйста, сколько ей нужно энергии, какая частота вибрации до полного восстановления и корректировки от болезни. 320. И? 26. 26. И на счет 3 в макушку головы Татьяны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Отдельно включаю. Канал идет в места интерференции. Помогает регенерировать и восстановить больные органы. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Ей нужен белый защитный слой, который будет отталкивать вот эти вирусы. Ну, показано, как вот они подлетают и как отфутболивают в них. По всему телу, как фантом поставить? Или сверху. Поставить? Да, сверху всех тел. И, хорошо. И сейчас у нас энергией заполнимся. Подождем. И на счет три дополнительно устанавливается
который сжигает моментально любой вирус, который приближается к ее биополю, не может проникнуть, он моментально сгорает. 1, 2, 3. Наполняем этот фантом, активируем, получает постоянную энергию. Да, будет так, а так и есть. Готово. Отлично. Как он стал, фантом? Он как овал такой стал. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Хорошо, мы закончили. Татьяна, как ты себя чувствуешь? Отлично чувствую. Хорошо. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от квартиры Татьяны и переноси свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Да, я на месте.